Радикальная партия предлагает последовать европейской практике и отказаться от возможности иностранцам сдавать кровь. Все эти инсинуации, которые сейчас звучат в зале, вы должны осознать. Украина в год заготавливает 30 тонн крови. При этом 25% этой крови выливает сразу. Она бракуется, потому что у нас нет адекватной оценки качества этой крови. При этом у нас есть эпидемия вирусных гепатитов, которые передаются через кровь. У нас есть эпидемия в войсках, которые ребята на Востоке воюют, и при переливании крови у них в два раза заболеваемость вирусными гепатитами выше. Нам нужно не пускать пыль в глаза, а сделать качественную систему крови в Украине. И нам хватит нашей украинской крови в пределах того закона, который у нас работает. Дякую. Шановні колеги, прошу заходити в зал. Ми переходимо до прийняття рішення. Я тільки...